Холодный расчет, женская логика и невероятная стрессоустойчивость – это далеко не все умения, которыми обладает старший лейтенант Дарья Бирюкова. За 3 года в своей профессии она уже дошла до старшего следователя. Все благодаря успешной раскрываемости. Вот девушка на выезде. Дело о подозреваемом, который избил человека клюшкой. Мужчину нашли спустя несколько часов благодаря тщательной работе сотрудников ведомства. После наша героиня начинает допрос. В этом только на первый взгляд не женском деле Дарья настоящий профессионал. Несмотря на молодость, девушка не боится никаких испытаний. Строгому начальству она подробно докладывает о каждой детали материалов дела. Ее ненормированный рабочий день может состоять исключительно из сидячих отчетов, а иногда даже ночью, бросая все дела, приходится ехать на задержание. Со всеми задачами Дарья справляется уверенно. За это ее фотографию добавили на доску подсчета. Как показывает практика, женщины, они более усидчивые, внимательные, это очень помогает в этой работе. Я люблю свою работу. Бывает действительно, что кажется, что нет достаточно доказательств, но есть вот это внутреннее чувство, которое мы называем интуицией, и когда достаточно фактов собирается, оказывается, что не обманула она. Руководители отдела Следственного комитета, где трудится Дарья Бирюкова, отмечают, сейчас в Октябрьском округе снижение тяжких и особо тяжких преступлений, 100% раскрываемость убийств. А подробные уголовные дела заметно облегчают работу судьям. Также, по словам руководителей, в отдел с каждым годом приходит все больше молодых людей. Работа требует большой отдачи, ежедневной, ежесуточной, ежеминутной. То есть, ну и крепкие нервы, тогда все получится. Конкуренция действительно сильная, большой идет отбор, проходят они тесты, сдают экзамены психолога. И уже после этого приходят в следственное отдело для работы. В настоящее время идет омоложение состава, то есть следователи более опытные переходят на вышестоящие должности. Ну, молодые занимают их места. Сегодня сотрудники Следственного комитета России занимаются раскрытием самых сложных и резонансных дел. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.